травкой облагородили. Красиво как сделали. Здесь тоже что-то это, закрыто тут все. Как вообще прям красиво. Лавочки такие подозрительные. Они двигаются, что ли? Тоже сделано. А, там он фотограф, фотосессия. Это прям, наверное, снимки классные получатся. Да? Травка молоденькая. Вот ты что. Если мы там в кадр. Да, какая, смотри, травка здесь. А там еще. А тут закрыто, все перекрыто почему-то. Чего надо заезжать? А, там еще, наверное, только посеяли, что ли, травку. Красиво, как стало. Какая красота. А, они не все лавочки открыты. Лак, да, лак. Лак? Тут семечки голуби едят. Сейчас. Сейчас, подожди. Ничего. Дим, чего? Ты листочек нашел, да, такой красивый? А тут держишь? Держи. Ложа? Тоже забирать. А тут еще не досадили газончик. Да? Газон не досадили. Или семена вроде лежат. Не пророс. Да лежат, кстати, вон семена. Что-то он не пророс почему-то. Не полили, наверное. Не вырос газон, да. Не вырос. Видишь, вон семена полно. Полно семян. А арбузы все посеяли, да? Столько засеяли, смотри, ни одна травинка не выросла, Дим. Дима. Вообще ничего не выросло, да? Смотри, совсем ничего не выросло. А красивые какие деревья здесь. Деревья. Новые, это новые, да. А где бананы-то? Рюкзаки взяли. А, я думал, ты прям... Здрасте. А, у вас тут вкусняшки катаются. А я думал, ты прям несешь таких амбул. Я несу много бананов. Давай тебе сейчас. Давай, куда тебе складывать-то? А-а-а. На пол, что ли? А, сейчас. Ты что, ограбил банк? Ограбил. А бананов? Я тебе сейчас бананов дам. Я знаю, ты ограбил мартышку? Стой, давай мешочек я тебе сложу. Ты мартышку ограбил? Мартышку, тут там бананы, Дим, бананы. Бананы, носи бананы. Бери бананы у папы.
Да в мешочек какой-нибудь сложили бы. Ему дай несколько штук. Ай, неси. Неси. Сюда вот клади. Вот тут клади сбоку. Сюда. Ой, вот на эту. Вам, может, придет твоя, дашь ей бананов. Ну давай я сюда сложу. А что ты, где мешочек-то у тебя? Ого. Ого. Ты бы сказала, я хоть ведро приготовила. Я тебе говорю, много бананов. Не, ну я думала, ты прям зайдешь с амбулами. Слушайте, ну такого у нас никогда бананево года не было. Мы теперь запомним, да, Дим? 2020 год, год банана осеннего. Еще один. Вот это он. Это сам съешь зеленый. Осенний банан. Вот вам бананы, короче. А себе-то там? Я себе немножко, мне много бананов. А что еще там? Много бананов. Много бананов. Скажи, пускай, может... Ты же хотел? Может, мама твоя придет завтра, ты не дай немножко банан. Скажи, халявный банан там есть. Что там еще? Деньги? Конфеты. А что так мало? Ну вообще их как бы тоже спортсменов давали, что мы там Сережку, кстати, пальпой сперли. Скорее, мы стояли рядом. А что это конфет столько? А это дали мне какие-то открытки, короче, как сегодня спортсмены что-то. Надо тебе, не надо. Мне в принципе. Ну давай я кофе буду ставить на них. Да? Что нам папа принес? Бананы. 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 Что будем делать с бананами? Кушать будем бананы. Кушать будем бананы. Папа принес бананы и убежал по делам, да? По делам убежал своим. Папа бросил садим. Да. Бананы. Да, бросил бананы. Он бы сказал, хоть ведро приготовил. Я думала, он в сумке несет. В сумке поставит и все. Я думала, вот так, а он, оказывается, вон как. Собирать, да. Собирай. Собирать надо. Это мешок складывать. В мешок надо складывать? В мешок я тебе